Друзья, всем привет! С вами Михаил Рудеев и канал Boston Technic. Сегодня у нас на обзоре зерноуборочный комбайн John Deere W650. Друзья, данный комбайн у нас 2016 года выпуска, с текущей наработкой. На моторе 3760 моточасов, на молотилке 2730. Сейчас мы обойдем его с другой стороны, немного расскажу по техническим характеристикам и сделаем внешний осмотр. Двигатель здесь установлен John Deere'овский, 6,8 литра, номинальная мощность 275 лошадиных сил, максимальная 305. Бункер, объем 9000 литров. Шестиклавишный. Так, сейчас с другой стороны. Состояние идеальное, полностью обслужен, каких-либо вложений не требует. Полностью готов к эксплуатации. В продаже вместе с жаткой 625R, 7,6 метра зерновая. Бак, друзья, кстати, здесь на 800 литров. Также, друзья, напоминаю, в нашей компании Boston Technic технику и оборудование можно приобрести как лизинг, так и кредит за наличные средства и без нал. Друзья, активная сепарация на данном комбайне 1,8 квадратных метра. Резина в идеале. Передняя, износ процентов 5, максимально 10. Задняя чуть больше, процентов 25. Друзья, на гидроцилиндрах все смазано, никаких течей нет. Все обслужено. На видео и фото все прекрасно видно, в каком состоянии. Так, решета, обратите внимание. Клавиши. Повторюсь, техника полностью готова к эксплуатации. Состояние ремней. Барабан, кстати, здесь диаметр 660, длина 1670. Наклонка, приемный битер. Так, друзья, сейчас поднимемся с вами
кабину, сделаем небольшой осмотр. Так, одну секундочку. Аккуратно залезть. Так, состояние кабины в прекрасном внешнем состоянии. Пульт управления, все чисто. Рулевая колонка, сиденье полностью все ухожено. Остекление полностью все цело. Никаких сколов, трещин и так далее, царапин, ничего нет. Так что, друзья, всех, кто заинтересовался данным комбайном, а именно его приобретением, звоните, пишите, задавайте вопросы, будем рады на них ответить. Всем спасибо за просмотр данного видео. Пока-пока.